Это знаменитый портрет Натальи Гончаровой, написанный Александром Брюловым в 1831 году. Натали только исполнилось 19 лет. Совсем недавно она вышла замуж за первого поэта России Пушкина и мечтает о долгой и счастливой семейной жизни. Она еще не знает, что в 24 года останется вдовой с четырьмя детьми на руках, и что современники, а затем и потомки, будут обвинять ее в смерти поэта, случившейся якобы из-за ее легкомыслия, любви к балам, равнодушия к Пушкину и романа с Дантесом. Справедливы ли такие упреки и сплетни? Или это просто зависть к первой красавице Москвы? Давайте посмотрим на судьбу Натальи Гончаровой и ее жизнь с Пушкиным с той точки зрения, что поэт прежде всего был ее мужем и главой большой семьи, и лишь потом солнцем русской поэзии. Что может связывать Наталью Николаевну Гончарову с местом, имеющим такое непоэтическое название в советском духе – «Полотняный завод»? А между прочим, в этом поселке находилось родовое гнездо дворян Гончаровых. Этот род имеет много поколений, в которых всегда, почти в каждом поколении были значительные люди. И начиная с основателя рода, это Афанасий Авраамыч, и его предки 17 века, о них очень мало что известно, но известно, что они занимались гончарным производством. Откуда и пошло их имя Гончаровы? Афанасий Авраамович был прапрадедом Натальи Гончаровой, а Ксения Сергеевна приходится прапраправнучкой ее старшему брату Дмитрию. То есть Наталья – ее тетка через несколько поколений. Сама история полотняного завода начнется в 1718 году, когда Петр I издаст именной указ, по которому калужскому купцу Тимофею Филатовичу Карамушеву будет поручено для делания парусных полотен построить завод в том месте, где приищет. И Карамышев выберет эти земли и строит полотняную фабрику. А через 2 года, в 1720-м, по очередному именному указу, Карамышев построит уже бумажную фабрику. В бизнес он пригласил двух компаньонов – 17-летнего посадского человека Афанасия Гончарова, который внес в общее дело 15 тысяч рублей, и своего племянника Григория Щепочкина. Когда Карамышев скончался, фабрики перешли компаньонам. Они их поделили, и Гончаров стал вести дела один. И имеет грандиозный успех с этими заводами и пишет о себе, что на меня трижды падал золотой дождь, потому что были воины, и английский флот покупал у него полотно, и русский флот ходил на полотне Гончаровой. Гончаров стал необыкновенно богат. К 65 годам он становится довольно богатым человеком. Его капитал будет составлять 6 миллионов рублей серебром. Он хозяин 75 имений по всей России, 55 бумажных и парусных фабрик и 4 железоделательных заводов. Возле полотняного завода Афанасий Авраамович построил большую усадьбу с парками, церковью, конным двором, оранжереей. С 19 века вплоть до революции здесь разводили знаменитых гончаровских канарей. Успехи Афанасия в производстве полотна и бумаги оценили на высшем уровне. Императрица Елизавета Петровна дарует ему чин коллежского асессора в ранге майорском, а данный чин давал право на потомственное дворянство. В 1778 году последует другой указ, но уже Екатерины II. Этот указ наложил на имение полотняный завод особый статус – майорат. То есть имение полотняный завод нельзя было ни продать, ни заложить, ни проиграть в карты, ни поменять профиль работы по фабрик. Ну, по факту заводами управляли, но не распоряжались. По майорату положено было, что старший мужской линии наследует всем богатством и всем, что есть и что может оставить
потом, ну, отец умирающий. Или... И это было сделано специально, чтобы не дробить завод, не дробить это богатство на много членов семей, а уже старший обеспечивает женщин этого рода и настолько, насколько он может. Но, к сожалению, это не помогло спасти наследство. Уже дед Натальи, Афанасий Николаевич, быстро все спустил, ведя расточительный образ жизни. В 1775 году мануфактуры посетила Екатерина II и осталась довольна их работой. А хозяин в память об этом визите заказал 4-метровую бронзовую статую императрицы. Он хотел установить ее в имении, но не успел, умер. Об этой статуе мы еще вспомним. Наталья Гончарова родилась на следующий день после Бородинской битвы, 8 сентября 1812 года, в семье Николая Афанасьевича Гончарова и Натальи Ивановны Загряжской. Она появилась на свет в селе Карен Тамбовской губернии, куда ее родители переехали на время Отечественной войны. А в полотняном заводе в октябре располагалась ставка Кутузова. Дед Натали за свой счет снаряжал калужское ополчение, давал лошадей, овес, крупу, припасы, за что получил фрачную медаль в память об этой войне. Детство Натальи Николаевны прошло здесь, в полотняном заводе. Девочка воспитывается в имении деда в возрасте до 6 лет. Афанасий Николаевич очень любил свою маленькую внучку Ташеньку. Всячески ее баловал, покупал платья, подарки, игрушки, исполнял любое ее желание. Но после 6 лет родители забрали девочку в Москву. И там она почувствовала разницу. Мать в строгости воспитывает детей. Помимо Натали, в семье растут еще 2 сестры и 3 брата. Мать Натальи Николаевны, Наталья Ивановна, она была очень строгой и очень даже жестокой матерью. Она за малейшие провинности своих 3 дочерей, она могла бить их по лицу за какое-то неповиновение, хотя трудно представить себе, что было хоть какое-то неповиновение. Наталья Ивановна была очень религиозна, поэтому ее девочки очень много времени проводили в молитвах, на коленях, и они были очень и очень религиозны. Гончаровы жили на Большой Никитской улице, где тогда селилось московское дворянство. К сожалению, их дом не сохранился. На его месте сейчас стоит посольство Испании. Благодаря рисунку Аполлинария Васнецова мы знаем, что это был одноэтажный деревянный дом, построенный после 1812 года. Несколькими окнами он выходил на Большую Никитскую. Откровенно говоря, дом больше походил на деревенский, чем на дворянскую городскую усадьбу. Всеми делами занималась Наталья Ивановна. Ходили слухи, что ее муж после падения с лошади повредился умом. Но многие считали, что он страдал алкоголизмом. Наталья Ивановна была очень тяжелым человеком. Но, тем не менее, она старалась дать детям достойное образование. Юная Натали будет знать 3 иностранных языка, превосходно ездить на лошади, играть в шахматы, на фортепиано, разбираться в истории и географии и даже писать стихи. Отец Натальи Ивановны, полковник Иван Загряжский, во время службы в Прибалтике встретил молодую красавицу-баронессу Ефросинью Ульрику фон Пассе и без памяти влюбился в нее. К сожалению, ее портрет не сохранился до наших дней. Они, видимо, оба потеряли голову, и он ее повел к венцу, будучи уже венчанным. Он обвенчался с этой женщиной, и она бежала с ним из дома, и бросив своего ребенка и своего мужа. А полк был переведен в другое место, и она должна была быть следовать с ним вместе. Ситуация была, конечно, очень трудная,
И этот отчаянный красавец-гусар не нашел ничего лучшего, как привести его в семью свою, к своей первой венчанной с ним жене, к своим детям, повиниться и сказать, что вот произошло то, что произошло, и он оставляет беременную свою возлюбленную на попечение своей законной жены. А Пок уходит, и поэтому у него совершенно нет времени разбираться с этой историей. И даже не ночуя на той же карете, в которой он привез эту женщину, он тут же уезжает. Можно только удивляться благородству, мужеству и уму Александры Степановны, которая приняла возлюбленную своего мужа в семью как родную. К сожалению, Урлиха прожила недолго. Через 6 лет после рождения Натальи она умирает. Но жена Ивана Александровича, законная, принимает Наталью Ивановну как свою законную дочь и всячески о ней заботится. В наследство от Загрежских она получила имение Ярополец под Волоколамском и всегда с теплом будет вспоминать приемную матушку. Наталья Ивановна станет фрейлиной императрицы Елизаветы Алексеевны. Говорят, при дворе на нее обратил внимание фаворит императрицы Алексей Охотников. Возможно, этим и объясняется поспешный брак девушки с Николаем Гончаровым, единственным сыном владельца полотняного завода Афанасия Николаевича. Красавицу просто убрали с глаз долой. Юная Натали впервые увидела Пушкина в 1828 году на балу у знаменитого танцмейстера Петра Йогеля. Он обучал танцам дворянских детей и часто проводил балы, где можно было увидеть будущих светских звезд и даже присмотреть себе невесту. Ей на тот момент всего 16 лет, и она впервые начинает выходить в свет. Пушкину 29. Поэт был покорен царственной красотой юной незнакомки и влюбился с первого взгляда. Позже он напишет: «Я полюбил ее, голова моя закружилась». И уже через несколько месяцев, в апреле 1829 года, через своего знакомого толстого американца, Пушкин впервые попросит руки и сердца Натали. Но от матери будущей супруги, Натальи Ивановны, Пушкин получает уклончивый ответ: «Дочь еще молода». Такой ответ позволяет Пушкину надеяться, но все же в расстроенных чувствах он уезжает на Кавказ, в действующую армию генерала Паскевича. Натали снискала звание первой красавицы Москвы, а поэт вскоре написал свое знаменитое стихотворение «Мадонна». «Исполнились мои желания, Творец. Тебя мне не спаслал, тебя, моя Мадонна, чистейшей прелести, чистейший образец». В 30-м году Пушкин возвращается в Москву и снова едет свататься. Уже вторично Наталья Ивановна согласилась, не без давления со стороны самой Натальи Николаевны, которая, конечно, не могла быть равнодушна к Пушкину, как не может быть вообще женщина равнодушна к этому поэту и к этому человеку. И, как ни странно, вот прошло уже 220 лет, но я не знаю женщин, которые бы остались равнодушны вот за все, во все эти века. Конечно, репутация Пушкина пугала мать Натали. Бритер, игрок, дамский угодник с донжуанским списком в 113 женщин, к тому же небогат. Но за год она не нашла лучшего жениха и уступила дочери. Однако свадьбу не спешат играть, у невесты нет приданного. Дед Афанасий Николаевич уже растратил многомиллионное наследство. К тому же полотняное производство пришло в упадок, ведь от парусов перешли к паровым машинам. 26 мая 1830 года Пушкин впервые приезжает в полотняный завод с целью решить вопрос о приданом. В имении Пушкин проводит три дня
И все эти три дня ведутся ожесточенные споры, касающиеся вопроса о приданом. Ну, в конечном счете, Пушкин в качестве приданого получит медную бабушку, большую бронзовую статую Екатерины II. А еще Пушкин закладывает имение Кистенева, которое ему подарил отец в честь свадьбы. Пушкин закладывает это имение, и часть денег, 11 тысяч в качестве долга на приданное, Пушкин отдаст будущей теще Наталье Ивановне. Но Наталья Ивановна денег поэту, конечно же, никогда не вернет. Потому что снова откладывать свадьбу он не мог, да, но он хотел жениться, он любил ее, и он не мог терпеть больше. Поэтому он просто сам занял деньги. И все, и Наталья Николаевна оказалась абсолютной бесприданницей. Медную бабушку, как шутя поэт называл статую, продать ему не удалось. И все-таки свадьбе быть. 18 февраля 1831 года Пушкин и Гончарова стоят перед алтарем в церкви Вознесения на Большой Никитской. Это венчание вылилось в череду плохих примет. Разница в возрасте между женихом и невестой – 13 лет. Свадьбу переносили несколько раз. А перед самым торжеством умер очень близкий лицейский друг Пушкина Антон Дельвик. Во время венчания поэт уронил на пол Евангелие и крест, а потом и кольцо невесты. Шафер Пушкина, устав держать над ним венец, передал его другому человеку. И, наконец, в руке поэта погасла венчальная свеча. Так говорят свидетели. Известно, что Пушкин был суеверным человеком, и якобы он побелел и произнес «все плохие предзнаменования», но вскоре забыл о них. Разве будешь думать о плохом, когда ты счастлив? Сегодня, конечно, не мороз и солнце, но день все равно чудесный. Я нахожусь на Старом Арбате, возле Смоленской площади, у особняка, куда Александр Сергеевич Пушкин привез свою молодую супругу после венчания. Кстати, это единственный дом в Москве, где Пушкин жил. Обычно, когда он приезжал в столицу, он останавливался у своих друзей или в гостинице. В этом самом старом доме на Арбате сейчас находится музей-квартира Пушкина. Дом принадлежал дворянской семье Хитрово, которая сдавала его. Семья Пушкиных снимала второй этаж. Накануне свадьбы в этой арбатской квартире Пушкин провожал холостяцкую жизнь. Он устроил своеобразный мальчишник для своих друзей. Все веселились от души, кроме самого поэта. Как впоследствии вспоминали гости, Александр Сергеевич был грустным, больше молчал и читал стихи, прощаясь с молодостью. Однако на свадьбе все уже любовались веселостью и радостью поэта и его молодой супруги. В доме на Арбате друзья Пушкина встречали молодоженов после венчания. Здесь же устроили свадебный ужин, а через несколько дней – бал. Пушкин снял квартиру на 6 месяцев с января по июль за 2000 рублей государственными ассигнациями. В договоре между поэтом и арендодателем значился пункт, что в случае, если по вине Пушкина или кого-то из его людей дом сгорит, то Александр Сергеевич должен будет заплатить 50 тысяч рублей. В то время это были большие деньги. Во время своей московской жизни поэт почти ничего не написал, но это не особо его тяготило. В письме другу Петру Плетневу он признавался: «Я женат и счастлив. Одно желание мое, чтобы ничего в жизни моей не изменилось. Лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился». Пушкин – гений. Пушкин – пророк. Пушкин – провидец. Пушкин – психолог. То есть Пушкина можно наградить любым с наименованием, и каждое будет точно отражать ту или иную черту его характера, его гения. На то он и гений. Что он увидел в этой девочке? Он увидел абсолютнейшую чистоту, благородство, стеснительность. Никакого в ней не было коварства. Молодожены прожили на Арбате всего 3 месяца, а затем уехали в Петербург.
Московская светская жизнь была очень дорогой. К тому же Пушкин не мог найти общего языка с тещей. В 1832 году в семье родился первенец – дочь Мария. В 33-м – сын Александр. В 35-м и 36-м – Григорий и Наталья. Семья росла, а денег постоянно не хватало. Выезды, приемы, балы, расходы на квартиру, жену и детей. Пушкин сетовал, что за 4 года брака сделал долгов на 60 тысяч рублей. Когда поэт уезжал из города, все заботы ложились на плечи Натальи Николаевны. Она не только вела хозяйство и воспитывала детей, но и по просьбе мужа улаживала его рабочие вопросы. Письма Пушкина домой пронизаны удивительной нежностью к жене и заботой о детях. «Гляделась ли ты в зеркало? И уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете? А душу твою люблю я еще более твоего лица». В 1833 году Пушкин стал камер-юнкером. Это звание, хоть и незначительное для его лет, ценилось связями и близостью ко двору. В 34-м, после года работы, он приехал в отпуск в имение Гончаровых. Это был первый и, к сожалению, последний семейный отдых Пушкиных. Вместе с детьми, Сашей и Машей, они провели в полотняном заводе пару недель. Наталья Николаевна восстанавливалась после неудачной беременности. Она приехала в родительский дом весной поправить здоровье. А в конце августа к ней присоединился и поэт, который до того момента работал в архивах Москвы и Санкт-Петербурга над «Капитанской дочкой». Семья Пушкиных живет в небольшом гостевом доме красного цвета. Поэт изучает библиотеку Гончаровых. В ней насчитывалось более 5000 томов. Поэт также катается по окрестностям, наслаждается видами, гуляет в парке вместе с супругой и детьми. И там они играли в любимую игру Натальи Николаевны – в горелки. В полотняном заводе Пушкин не напишет ни одного произведения. Но, тем не менее, поэт был счастлив посетить полотняный завод. Он очень любил это место. И жене он напишет: «Кабы заводы были мои, то не заманили бы в Петербург меня московским калачом. Жил бы себе барином. Ух, как бы удрать на свежий воздух». В начале осени Пушкины уехали в Петербург. Наталья пригласила пожить к себе сестер Екатерину и Александру. Она хотела устроить их фрейлинами во дворец. В полотняном заводе девушки вели скучную и однообразную жизнь, а у матери не было денег, чтобы выдать их замуж. Пушкин скептически отнесся к этой идее, но перечить жене не стал. «Эй, жонка, смотри. Мое мнение, семья должна быть одна, под одной кровлей. Муж, жена, дети, пока мест мало, родители, когда уже престарелы. А то хлопот не наберешься. И семейственного спокойствия не будет». Екатерина стала фрейлиной, хотя жить продолжала у младшей сестры. А Александра помогала Наталье по дому и с детьми. Сестры Гончаровы стали много выезжать в свет. И Наталья надеялась, что они устроят свою личную жизнь. В скором времени Наталья Николаевна знакомится с Жоржем Шарлем Дантесом. А кто же такой Дантес? Дантес – француз, который прибыл из Франции делать военную карьеру, в чем весьма преуспевает, а помогает ему в этом приемный отец, нидерландский посол Луи ван Гикер. Дантес начинает ухаживать за Натальей Николаевной. Но в скором времени по Петербургу поползут нехорошие слухи. Ухаживание за замужней дамой тогда не считалось в высшем свете чем-то неприличным. Но Дантес буквально преследовал Гончарову, отпускал пошлости и неуместные шутки. Почему она не могла это пресечь? Все дело в правилах этикета того времени. Они не позволяли женщине действовать решительно и резко. Она была так воспитана. Они были очень скромные. Понимаете? Они краснели все время. Вот сейчас я не вижу девушек, которые краснеют, которые вспыхивают. Их нету. Они вывелись.
Они в те времена они были. И, конечно, она на любой ответ она могла опустить глаза. Стало известно, что осенью 1936 года жена Пушкина виделась с Дантесом наедине. Это свидание подстроила троюродная сестра Гончаровой и далее политика. В обществе за ней тянулся шлейф из интриг и сплетен, и она не скрывала своей ненависти к Пушкину. Но политика была прожженная женщина, понимаете? Была женщина, напичканная пороками. Потому что и сам этот бедный политик, он был увенчан такими рогами ветвистыми, понимаете? Кроме того, политика, по-видимому, была любовницей Дантеса. Она его навещала в Сульце. Это она даже, вы знаете, что она, когда памятник в Одессе был поставлен Пушкину, то она приехала и плюнула на этот памятник. Это известно. И далее пригласила Натали к себе, но там ее встретил Дантес. Кинулся к ногам с клятвами в любви и угрозами застрелиться, если Гончарова не ответит ему взаимностью. А она рассказала все мужу. 4 ноября 1836 года Пушкин получает анонимный пасквиль, в котором сообщается, что супруга неверна поэту. А самого Пушкина причисляют к ордену рогоносца. Пушкин решает, что эту анонимку послал никто иной, как Дантес, и незамедлительно вызывает его на дуэль. Но в конечном счете от дуэли придется отказаться по той причине, что Дантес делает предложение старшей сестре Натальи, Екатерине. Она старше его на 4 года, чего Жорж будет стесняться всю жизнь. Он даже потом исправит на могильной плите Екатерины год рождения из-за своего комплекса. Многие спрашивают, а как же, почему она вышла, Екатерина Николаевна, замуж за Дантеса? Ну, это была история очень трагическая, потому что она была совершенно без памяти влюблена в Дантеса. Дантес был хорош собой, остроумен. К тому же француз, что на русских женщинах всегда, во всей эпохе, производило хорошее впечатление. Она даже устраивала, через нее, во всяком случае, Гантас устраивал встречи свои с Натальей Николаевной. И она даже была чужда, наверное, ревности к своей сестре. 10 января 1837 года они обвенчаются, но это нисколько не улучшает отношения между двумя семействами. Дантес вместе со своим приемным отцом Луи ван Гекерном продолжает распускать сплетни о Пушкине и его семье. Натали, я чудом спас тебя от африканца. Женитьба на ее сестре была единственным выходом. Бедна, некрасива, хорошо, ты свободен, независим. Кажется, все улаживалось. Но нет, ты опять стал играть с огнем. А кто меня наставлял? Вперед, кураж, теперь Натали твоя. Пусть не думает, что мы спрятались под юбку от пистолета. Да, я не взял в расчет арабскую кровь. По воспоминаниям Данзаса, секунданта Пушкина, Натали предлагала мужу уехать из Петербурга. Но поэт считал, что их отъезд только подтвердит в глазах светского общества грязные сплетни. Поэт не выдерживает. 26 января он отсылает Гекерну письмо оскорбительного содержания, в котором резко характеризует как самого Дантеса, так и Гекерна. Ну, так как Гекерн лицо у нас дипломатическое, в силу закона стреляться с Пушкиным он не может. Поэтому Дантес вызывает Пушкина на дуэль. И 27 января в предместье Петербурга на Черной речке состоится та самая роковая дуэль, где поэт получает смертельное ранение. Когда его внесли в квартиру на мойке, первыми словами были «Ты ни в чем не виновата». Умирая, Пушкин наказал жене 2 года носить траур, а потом выйти замуж за человека достойного. Дантеса лишили дворянского чина, всех воинских званий и выслали из страны. За ним уехала и Екатерина. Это был ничтожный человек. И он даже до конца не понимал, насколько он принес и семье, и России, какой ущерб. Он не понимал величия Пушкина.
И вообще величие жизни человеческой. Это был просто очень плохой человек. Поэтому она не могла с ним, этой несчастной Екатерина, быть счастливой, потому что, конечно, он любовался собой, конечно, он делал карьеру, и, конечно, она не получала от него никакой ни тепла, ни любви. Сестры Гончаровы больше никогда не общались. Екатерина ушла из жизни через 6 лет, сразу после рождения 4-го ребенка. Ей было всего 34. Дантес пережил ее на полвека. Во Франции он сделал прекрасную политическую карьеру, стал сенатором и мэром Сульса, разбогател, но еще долго будет требовать от Гончаровых долю от наследства Екатерины в пользу своих детей. Николай I заплатил все долги поэта, выкупил заложенное имение отца, назначил большую пенсию жене и детям. После смерти Александра Сергеевича Наталья Николаевна вместе с детьми и со средней сестрой Александры возвращается в родовое имение «Полотняный завод», где проведет почти 2 года. Натали живет в красном доме, почти ни с кем не общается, ведет уединенный образ жизни. Каждую пятницу, это день смерти Пушкина, она облачается в черное, строго постится и никого не принимает. Так прошло 2 года. В деревенской глуши хорошего образования детям не дашь. И в ноябре 1838 семья вернулась в столицу. А в 44-м Наталья встретила своего второго супруга, генерал-адъютанта конно-гвардейского полка Петра Ланского. В браке с ним она прожила 19 лет и родила 3 дочерей. Она была счастлива с Ланским, но это было покойное счастье. Ланской поклонялся ей. Она была самая важная, самая в жизни его, все. Потому что каждое утро после ее смерти, когда он вставал, он говорил: «Слава Богу, еще одним днем я буду ближе к своей ненаглядной Наталье». Они тихо, спокойно жили в большой любви друг к другу. А с Пушкиным было все другое. С Пушкиным Наталья Николаевна его ревновала гораздо больше, чем он ее. Ну, потому что он же был вулкан. Он был вулкан. Понимаете, а жить на вулкане и ждать от него любых выходок, понимаете, это он же был невероятно привлекателен, несмотря на то, что он не был красив и не был высок, и не был так статен, как этот Дантес. Всю свою жизнь Наталья Николаевна посвящает воспитанию детей. Всего их было у нее 7. И о себе она будет говорить: «Мое призвание – быть директрисой детского дома. Бог посылает мне детей со всех сторон». Дети поэта получили хорошее образование. Сыновья сделали военную карьеру. Александр дослужился до генерала. Дочери нашли счастье в замужестве. У Пушкина с Натальей Николаевной будет много внуков. Через младшую дочь Наталью, которая станет супругой принца Нассауского, они породнятся с Николаем I. Их внучка и внук императора заключат брак по любви. Наталья Николаевна прожила, к сожалению, недолгую жизнь. В ноябре 1863-го, в возрасте 51 года, она скончалась от тяжелого воспаления легких. Пушкинская Мадонна похоронена в Александро-Невской лавре в Петербурге. Она не увидит, как на Тверском бульваре в 1880 году появится самый известный памятник поэту, без которого уже невозможно представить облик столицы. Его создал на народные деньги скульптор Опекушин. Открытие памятника стало грандиозным событием для России. На площади собрались тысячи людей, приехали все дети Пушкина, почетные гости. С речами выступили Тургенев и Достоевский. Сначала памятник установили в глубине Тверского бульвара, напротив места, где он стоит сейчас. Бронзовая фигура поэта гармонично сочеталась с уютной обстановкой вокруг.
Лицом Пушкин стоял к Страстному монастырю, но в 1937 году советские власти провели реконструкцию площади и монастырь снесли. В 1950-м на его место решили перенести памятник. Множество людей собралось ночью 15 августа посмотреть на это увлекательное зрелище. 11-метровую статую поэта за 6 часов передвинули на 104 метра по специальным рельсам на другую сторону улицы и развернули на 180 градусов. После революции у памятника часто видели пожилую женщину. Много лет назад Лев Толстой написал с нее внешний образ Анны Карениной. Это была дочь поэта Мария Александровна. Она единственная из детей Пушкина дожила до этих времен. В 28 лет вышла замуж за генерал-майора Леонида Гартунга. Они были счастливы. Но случилась беда. Мужа обвинили в краже векселей, а благородный дворянин не вынес клеветы и застрелился. Суд в итоге признает его невиновным, но Мария так и не оправится после удара. Всю свою жизнь она посвятила заботе о детях брата Александра, который тоже остался вдовцом. Мария Александровна в любую погоду приходила на Тверской бульвар к памятнику отца. Она могла часами сидеть на скамейке возле него. Спешить ей было некуда, ее никто не ждал. Старшая дочь великого поэта осталась совсем одна в новых реалиях. У нее не было настоящего, она жила одними только воспоминаниями. Дочь почти не помнила отца, но возле его бронзовой фигуры она на мгновение погружалась в детство и ощущала любовь и теплоту, которыми был наполнен дом Пушкиных-Гончаровых. Новая власть по ходатайству Наркома народного просвещения Луначарского выписала ей персональную пенсию в 2000 рублей, но получить ее дочь Пушкина не успела. 7 марта 1919 года Мария Александровна умерла от голода, а деньги потратили на ее похороны. Полотняный завод национализируют. Здесь откроют школу и курсы повышения квалификации для работников фабрики. Художественные ценности вывезут в фонды музеев. Удалось спасти не только мебель, но и различные предметы декора, библиотеку Гончаровых, картины. До января 1942 года полотняный завод будет находиться под оккупацией. И, к сожалению, за это время дом Гончаровых сильно пострадает. Осенью 1941 он полностью сгорит. Фактически от него останется один остов. И вот в таком состоянии в руинах дом простоит порядка 30 лет. В 1972-м начнется реставрация. Ей руководит Валентина Жилина, прямой потомок семьи Гончарова. Реставрационные работы продолжаются 27 лет. И 4 июня 1999 года здесь будет открыт музей. С 2016-го музей находится в статусе музея-заповедника «Полотняный завод». Последним владельцем имения был Дмитрий Дмитриевич Гончаров-младший, дед Ксении Сергеевны. Ее квартира – настоящий музей с мебелью из карельской березы. Такая характерна для Павловской и Александровской эпохи. Она сделана руками крепостных мастеров из полотняного завода. Старинные картины и фотографии, шкатулки и канделябры. С любовью и нежностью хозяйка рассказывает о каждом предмете. Это непростая кровать, тут много поколений лежало на ней и зачиналось тоже. Я думаю, что меня тоже зачинали здесь. Но самая достопримечательность – это львы, которые являются хранителями супружеской верности. Поэтому, если вы сможете разговорить немножко эту кровать, то нам много-много тайн вам может рассказать. Беседуя с Ксенией Сергеевной под чай с брусничным вареньем, окунаешься в историю старинного дворянского рода, его быта и судеб. С конца XIX века в гостевом Красном доме, где останавливались Пушкины, находились Народная библиотека и Народный театр. В Народном театре играли как местные жители, рабочие фабрики, да и сами Гончаровы активное участие в спектаклях принимали. Репертуар был достаточно обширный. На подмостках ставили известные произведения. Например, оперу «Евгений Онегин», драму «Борис Годунов», «Сивильский цирюльник», «Садко», произведения Шекспира, Гёте, Островского и многое другое.
В начале 20 века полотняный завод станет настоящим культурным центром. Здесь начнет актерскую карьеру Ольга Книппер, будущая жена Чехова. На пленэрах работает известная художница-авангардист Наталья Гончарова. Сюда будут приезжать Гнесины, Петров-Воткин, Луначарский. Красный дом сгорел в 1920-м. А ранее, после революции, из полотняного завода бежали в Москву мама и тетя Ксении Сергеевны. Юные барышни спасались от репрессий. Слуги предупредили, что их едут арестовывать. Пришли работники ЧК со списками. В списках стояли фамилии детей дворянских. И этот список подлежал уничтожению, либо высылке, либо расстрелу, как лиц не подходящего социального положения. Последние Гончаровы покинули родовое гнездо. Много лет спустя по фотографиям восстановили интерьер дворянской усадьбы. Сегодня это объект нашего культурного наследия. Он играет прежними красками и поражает своим величием. Полотняный завод, подаривший России род Гончаровых, ожил. Здесь снова поют канарейки, смеются дети и звучат рассказы о той, кого великий Пушкин назвал «Мадонной».